В этом видео расскажу, как зарегистрироваться в интернет-магазине компании «Эрсак». Ссылочку на интернет-магазин оставлю в первом комментарии к этому видео. Ты находишься на официальном сайте интернет-магазина. Ну, во-первых, здесь нужно выбрать страну проживания. У меня страна проживания Россия. Я ее выбираю, она у меня уже здесь выбрана. Выбирать ничего не нужно. Далее, вот здесь в самом верху выбираем такую стрелочку. Если ты не зарегистрирован, вот здесь нажимаешь «Стать участником». Читаешь правила. Прочитал, подтверждаешь, что прочитал, и продолжить. Дальше. Нужно обязательно ввести номер спонсора. Номер спонсора также оставлю в первом комментарии под этим видео. Вводим номер спонсора. Далее проверяем. У вас должно появиться Елена Харченко, карьера 27%. Все верно, идем дальше. Персональный номер. Здесь вводим номер своего паспорта. Паспорт нужен для того, чтобы получать свои заказы. Далее пишем имя, фамилия, дата рождения, семейное положение, работу. Здесь можно написать что угодно. Там домохозяйка, работаю, не работаю, студент, все что угодно. Далее придумываем пароль, повторяем пароль. Тип счета банка. Здесь мы ничего не указываем. Выбираем место проживания. Либо это Москва, Санкт-Петербург, либо мы выбираем Россию. И здесь выбираем область, область, где вы проживаете. Дальше. Здесь пишем адрес электронной почты, пишем номер свой, номер телефона, пишем плюс 7. Так как я из России, значит, пишем плюс 7. Номер факса здесь мы ничего не пишем. Тип адреса индивидуальный. И вот здесь мы с тобой пишем полный адрес проживания, для того, чтобы наша посылка не потерялась. После того, как заполнили все данные, нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться».